сегодня э, я приготовил проповедь. И проповедь немножко на оригинальную, или, может быть, не оригинальную, но вы уже слышали эту тему и от меня в том числе. Желаю, чтобы вы все пророчествовали. Это тема сегодняшней проповеди, и я прочитаю э, пример из Павла, 1 Коринфянам, 14 глава, 5 стих. И здесь говорится такие слова. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше...» чтобы пророчествовали, либо пророчествующие, превосходнее того, кто говорит языками. И вот именно этой теме вторит еще один текст, который в Торе записан. Вы, наверное, помните ситуацию, когда Господь взял от духа Моше и поместил его на разных людях, и они стали пророчествовать в храме, и там некоторые завистливые люди пришли и говорят: «Вон, а те двое вообще не были здесь, они тоже пророчествуют». И Моше говорит, говорит буквально так же, как потом Павел говорит: «Хочу, чтобы все встане были пророками». Но у моего сегодняшнего разбора более отрицательная, чем положительная сторона этого разбора, или более, более, как это правильно сказать, критическая, подойти к этому рационально, чтобы мы могли посмотреть, взвесить. В Израиле у нас есть такая неформальная встреча русскоязычных мессианских пасторов. Совсем недавно мы стали ее делать. Очень такое благословенное время вместе. И мы переписываемся в WhatsApp, делимся своими какими-то нужными ожиданиями. И один человек написал, вот как отнестись, такая-то группа вдруг объявляет себя пророческой. Или вот такой человек, он вдруг начинает от имени Господа говорить какие-то слова – и э, как нам отнестись? И я читал, как один из пасторов, я не помню, кто написал такое слово, сейчас их время, сейчас их время. Вы знаете, смутные времена, а именно времена, когда есть какие-то конфликты военные или какие-то супер обстоятельства или пандемия, как сейчас, которые легко переложить на эсхатологический э, формат, очень быстро пробуждают... Пробуждают вот такие вот вещи, которые, ну, как бы, что-то, движуха какая-то. А вот и я вставлю своих несколько копеек, и я попробую на этом интересе засветиться. И как нам ко всему этому отнестись? Как нам ко всему этому отнестись? Я уверен, что вы и в в Фейсбуке, и в Ютубе, и в разных местах слышал. Слышали тот пророчество, или та пророчество, или вот там группка собрала. А давайте мы пойдем и там к ним присоединимся, потому что там пророчествуют. Вот я хочу на эту тему сейчас немного поговорить. И, наверное, буду говорить также о некоем балансе. У меня есть э, друг в Украине тоже, Пастор общины, э, и его зовут Геворг, и он написал Блаженны, сбалансированные, потому что они пройдут через все обстоятельства. Ну, думаю, вот про баланс, про этот баланс нужно и говорить. И я подготовил проповедь. Начну еще раз с короткой молитвы, потому что, чтобы это вместилось в нас, прошу тебя, Небесный Отец, дай нам развлечение и развлечение духов, и развлечение слов, чтобы каждый мог для себя вынести из всего этого что-то, что позволило бы правильно, правильными глазами смотреть на окружающий нас мир, в том числе и на мир духовный. Я буду делать свой разбор из разных мест Писания, но построю проповедь на той же самой теме, которую разбираю по средам в своей домашней группе. И если кто-то заинтересован к этой домашней группе присоединиться, и у вас еще нету своей домашней группы, просто напишите в чате Ютуба свой телефон и имя, и я вас внесу туда, и будете по средам в 7 часов вечера по израильскому времени с нами на разборе. Итак, история, которую мы разбираем, это Лука, Евангелие от Луки. И я, наверное, повторюсь уже в третий раз, потому что на группе говорил это. Некоторые считают, что Лука был грек врач, который присоединился к команде Шауля апостола Павла. На самом деле, и это больше, более вероятно, Лука греком не был, а по всей видимости он был даже из Коинов детей Аарона, потому что когда он описывает какие-то вещи, связанные со священством, он описывает это в такой оригинальной и четкой детали и взгляде, что как будто он из той же среды. И на самом деле в еврейской среде, кто были врачами во времена храма, именно Коины, дети Аарона, потому что им нужно было разбираться с какими-то ранами, с какими-то опухолями, с какими-то сим симоним знаками проказы или чего-то. И они были врачами. Его писание называют возлюбленный врач. Ну, возлюбленный Господом, потому что, наверное, он был один из тех священников, про которых написано в Деянии апостолов. И многие из священников уверовали в Иешуа, что он Гамашиах. Ну, окей. Сейчас мы идем к его рассказу. И Евангелие от Луки начинается истории, которая произошла в храме. И кому интересно, что там произошло, я немножко учу на домашней группе о возможных, точно доказать невозможно, о возможных параллельных священствах, которые были там в храме. И вот Захария, он заходит и служит в храме, народ ожидает его снаружи, и вдруг ангел является к Захарии и говорит, у тебя будет ребенок, и Захария там выражает определенное недоверие словам ангела, за это становится немым на следующих 9-10 месяцев. Он возвращается к своей жене или шеве или Елизавета по-русски. И они оба были уже в возрасте, когда обычно репродуктивными вопросами не озадачиваются. И она забеременела и стеснялась 5 месяцев, а потом рождает младенца. И вот мы будем разбирать те пророчества, которые сказал сам Захария на своего сына. И будем эти пророчества накладывать на те пророчества, которые мы слышим, которые сейчас проходят по всему миру. И в русскоязычном пространстве их слышно крайне много. Я буду читать с первой главы э, Луки, с, э, с, начиная с 60. 7 стиха. И там есть 12 стихов, мы все их будем прочитывать. И я буду стараться как бы между ними вставлять каких-то несколько слов для комментария. И, пожалуйста, будьте открыты, потому что потом нам нужно будет кое-чего обсудить. Еще раз повторюсь, чтобы практически смотреть на те пророческие слова, которые сейчас в достаточно смутное время говорятся в верующей среде среди учеников еще и как нам что нам принимать а что нам отвергать чтобы не подпасть под заблуждение и просто дестабилизировать свою веру знаете еще скажу одну вещь я помню как когда-то прочитал статью о падении одного значительного э, проповедника я помню как смущение, пришло в мое сердце. Я знаю, что от этого не избежать. Писания про это говорят, пророчествуют, что будут всякие, всякие, всякие штуки. Но мы должны, уча, наставлять народ смотреть на Господа Бога, а не полагаться на трости надлобленные. И с этим также хочу сказать, что лично я доверяю пророчествам, но доверяя проверяю. И лучше предпочитаю жестче – их проверить, чем быстрее с ними согласиться. Потому что в таком случае ты более-менее смотришь на вещи. Окей, давайте подойдем к Слову. Итак, мы читаем Лука, первая глава, с 67 стиха. И Захария, и отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал. Пророчествовал ли Захария на постоянной основе, мы не знаем. Может, да, может, нет. Хотя мы знаем из других э, моментов в Евангелиях, что в это время пророчества были крайне редки. Хотя дальше в том же Луке мы читаем, что Симеон, праведник, пророчествовал над Иешуа. То есть, наверное, что-то было такое небольшое, но уже не по уровню Исаии, Иеремии, там, Захарии, не такого уровня. Короче говоря, исполнился Духа и пророчествовал, говоря... Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. То есть избавление народу Израиля. И в этот момент он, наверное, держит на руках своего сына и намекает, что вот этот ребенок, он Богом дан, чтобы посодействовать каким-то избавительным вещам, которые должны начаться в Израиле. И он продолжает и воздвиг рок спасения нам в доме дому Давида, отрока своего, и воздвиг рок спасения нам в доме Давида, отрока своего. Ну, мы знаем, что Захария и Елизавета, они были Коганим, Бней Аарон, сыны Аарона и, соответственно, из колена Левия. Поэтому здесь, как бы косвенно, Захария говорит, этот ребенок посодействует тому, что луч избавления восстанет из дома Давида, который к тому времени находился в некотором пренебрежительном состоянии. То есть мы знаем, что от Давида должны были быть цари, но царями в данном случае из ветки Давида никого не было. Там был Ирод, который этой ветке вообще не принадлежал. И здесь Захария дает такое дерзкое слово, что вот сейчас из рода Давида Кое-кто поднимется, и это будет рок спасения. Ну вот что-то громадное. И он говорит, 17, 70 стих как возвестил устами бывших от века святых пророков. То есть он ссылается, не просто так говорит, вот он ссылается на пророков. В народе знали, что есть много записанных в священных писаниях, в Танахе пророчеств о том, что в последнее время восстанет потомок Давида, и царству ему не будет конца, что спасет нас от врагов, 71 стих, от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Израиль находился тогда под оккупацией, и вот они ожидали, ну, что-то избавление. 72 стих. «Сотворит милость с отцами нашими и поменет свой завет». Знаете, вспомнить завет – это очень древнее выражение. Завет. Завет между мужем и женой. Если у тебя начинают мозги клониться на бикрень, или у тебя, или, или у твоей супруги, или супруги, то нужно вспомнить тот завет. Завет это что-то, что связано, что не поддается разрыву. И мы знаем, что в народе Израиля в это время были разные настроения, и Он указывает, Бог восстанавливает связь. Ну, возможно, это некая ремарка на Иеремию 31 главу. Вот наступают дни, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды. Новый, не в смысле новый, совершенно отличный, а расширенный, обновленный завет. Некоторые нюансы которого не будут совпадать с тем старым. Что там не совпадает с тем старым? Когда они придут ко мне посредством новой жертвы и нового священника – я их грехов не вспомяну более. Вот это вот такая жесткая, положительная, ободряющая ремарка Нового Завета. И, по всей видимости, Иоанн здесь про нее говорится. И 73 стих говорит, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему дать нам. Здесь он опять делает ссылку на Авраама, на Бытие, 22 главу, там, где после жертвоприношения Ицхака несостоявшегося. Бог клянется в раму. Я из-за этого сделаю тебе так, так, так. И это все говорит Захария. То есть все время делая ссылки на какие-то вещи, которые в голове народа и так были объективны, только нужно было бы их собрать вместе. не боя, Небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. До 75 стиха. Если мы разбираем, что было сказано, я чуть позднее поговорю об этом, это такое общее обозначение, которым... Любой пророчествующий человек любит пользоваться. Ну, вот как сегодня вы откроете интернет, YouTube, неважно что, и найдете там, что там пророчествуют про COVID. И вам сразу будут говорить, как говорится в Матфея, и как сказал Иешуа, последние дни, и нам нужно закопаться поглубже. В...", то есть начинают делать какие-то общие Обобщение. Здесь Захария занимается тем же самым. И мы посмотрим, когда это легитимно заниматься. И когда нужно задаться вопросом, а почему? 75 стиха, то есть начиная с 76 стиха, вдруг Захария начинает говорить очень конкретно и направленно. И это тоже должно быть отличительной частью для проверки истинности пророка. Он говорит, и ты, младенец, то есть, держит ребенка на руке своего сына, и ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо ну, предстанешь пред лицом Господа приготовить путь ему. Ты предтеча, ты приготовишь для Машеха путь, дорогу, дать уразуметь народу его спасение в прощении греховых, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым ты посетил нас выше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. То есть здесь он говорит, для того, чтобы этот предтеча приготовил путь Мессии, который повлияет на Израиль, а стих 79 просветить сидящих во тьме, и те несмертные, это уже побольше. Это уже не совсем про Израиль здесь говорится, а про народы. Что тот, который будет идти по дороге, которую вот этот младенец, сын Захарии, проложит, тот Машия, который идет за ним, он сделает все эти вещи. Здесь мы видим некое указание четкости. Вот, вот я его держу, вот он. Вы знаете, <тяжело> я думаю, что Люди, окружающие, окружавшие Захарию в этот момент времени, многие подумали: вау, у человека что-то с головой". Ну, наверное, радуется. Был нем столько-то месяцев, и сейчас его уста открылись, и вот он несет. Ну, тем более, почему не сказать классные слова про своего собственного сына? Но давайте проведем э, каш... исследование на кошерность на объективность того, что говорит Захария. Ну, во-первых, во, -первых, во -первых, нам нужно посмотреть на характеристики или внешние свидетельства о самом Захарии. То есть очень часто, когда современные пророки чего-то говорят, ты не знаешь, откуда он, что он. Чаще всего они названы вообще каким-то ником – Ник – это такое имя, которое может говорить о каких-то больших вещах, типа «великое спасение» или «величайшее спасение». И он под этим ником идет, ты не знаешь, кто, что и откуда. Ты не знаешь, чем он живет, через что он прошел, через Крым, Рым или еще через что он прошел. Про Захарию все очень ясно. И предыдущие стихи, дают Захарии и его жене Елизавете невероятно крутую характеристику. Они называют их живущие праведно по всем уставам и законам Торы. То есть не называют их честными только, или мудрыми только, или совестливыми только, а очень крутая характеристика – человек, живущий в соответствии с заповедями Господними безукоризненно, то есть прилагает к этому всякое старание это его отношение к внешним, к себе самому, к своим ближним, вхождение перед Господом Богом. И это была характеристика Захарии, священника, который уже был пожилым человеком. Ну, относительно пожилым, я не думаю, что ему было больше, чем 50 лет, потому что только в 50 освобождали от служения. Но, ну, может, ему было 49. Но его знали как минимум 25 лет. И как 25 лет он зарекомендовал себя хорошим, праведным человеком. То есть, когда я читаю вот такую мысль, я знаю, что характер и образ жизни того, кто проповедует пророчествует сегодня от имени Господа, говоря: так говорит Господь, или мне кажется, что Господь. Они должны соответствовать определенному уровню. А такой уровень не просто заслужить. И, конечно, в модерном пророческом, таком общем движении, которое есть там и там, говорят, да, не нужно этот статус святости пророка, он давно уже не так важен. Там человек развелся, свелся, опять развелся, опять свелся. И тут он имени Господа дает какие-то вещи. Давайте послушаем. Слушайте, люди, друзья, братья, сестры, Писание и Творец через Писание никогда не понижали стандарта. Вот у Захарии был стандарт, и поэтому слова, которые он говорил, имея 25-летнюю как минимум характеристику с места работы, а местом его работы был храм Иерусалимский, что этот человек праведен, к его словам можно прислушаться. Дальше, вторая, второй, пой, вторая поинт, э, как сказать правильно, Вторая мысль данного темы. Он учил об обетованиях Аврааму и о Торе. То есть он не повреждал слово. Он не говорил о каких-то э, медитационных индуистских практиках, о переселении душ. Он указывал на Творца, он указывал на заветы, которые всегда через всех пророков, больших и малых, Писаниях и в пророческих книгах Танаха все равно указывали, я верну вас, как Исаия говорит, придите ко мне и рассудим, убелю вас. И здесь, по сути, он говорит это, но опять-таки это общие слова, то, чем пользуются сегодняшние пророчествующие, но у них нету, у них нету вот этого послужного списка Захарии, и очень многие из них имеют совершенно проблематичный проблематичное прошлое, возможно, даже духовное проблематичное прошлое. Я помню, как много лет назад я служил в Германии без имен и без фамилий, без городов. И ко мне подошла одна женщина во время собрания, возложила на меня руку и стала нести чушь. И я ее просто сказал «берите от меня руки, отодет от меня». Потом мне пастора сказали, она где-то год как вернулась из какой-то эзотерической, языческой религии. И, наверное, у нее какие-то духовные штуки были раскачаны, но как и куда их направлять? Помните, характеристика Захарии, как минимум 25 лет, искренний служитель, с примером поведения, с свидетельством от внешних. Дальше, Захария, вот через те тексты, которые мы только что прочитали, с 62 стиха до 75, он говорит о том, что нам нужно веровать в Бога Израилева, который все выстроит в правильном настроении. То есть, он не просто говорит, о, сейчас так плохо, все, нам просто нужно закопаться в норку. Он говорит, Господь восстанавливает несет избавление. Понятно, что есть муки рождения, как многие много скажут, смотрите, что сегодня происходит, залы пустые в общинах, и многие люди болеют, и некоторые умирают, и прочее, и это все очень неприятно, но, как говорит Иклесиас, такое уже было, и, к сожалению было, и, к сожалению, или к радости, мы сейчас можем сказать, что наша передовая, суперкрутая наука не в состоянии противостоять тому, что Господь Бог определяет. И нам не на нее надо полагаться, то есть использовать то, что есть, но полагаться на Господа Бога, потому что любое другое наше обращение к вещам, человечески произведенным, неважно с какой стороны, могут кидать нас потом в яму бессилия. И поэтому всякий раз, когда что-то мы новенькое слышим о oh, «made in «made in человеческие руки», нам нужно аккуратно к этому относиться, потому что там может быть целая масса недоработок. И дальше, э, как я уже сказал, вот эти общие слова, даже которые говорит Захария, они могут приходить в смутные времена, типа войны, эпидемии, катаклизмы какие-то. И, и этими моментами пользуются люди, которые не сбалансированы. И они как бы используют это, чтобы качнуть все это для себя. Но здесь Захария продолжает, и он вдруг обращает свое пророчество на того младенца, который лежит в его руках. И он говорит такие слова, я прочитаю их еще раз, это 76 до 79 стиха, и он говорит эти слова конкретно для своего сына. И он говорит, и ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, и придешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Как проверить вот эти слова? Вот младенец, он будет пророком Всевышнего. Он... Как это можно проверить? сказать, о, Захария, ты такой крутой, у тебя 25 лет хорошего служения в храме, мы тебе верим? Нет. Даже на это и даже такому человеку, как Захария, я уверен, что слушающие там сказали примерно так. Поживем и посмотрим. И как говорится в Торе, когда приходит пророк, и он не говорит глупости о иных богах, он не говорит глупости о каких-то других э, поклонениях Богу Израилеву, Он говорит так, как Писание говорит, и вдруг Он начинает говорить о каких-то датах или о каких-то точных вещах, а это должно быть частью пророчества, то как это проверить, подождать? И если это Слово сбывается, если это Слово сбывается, то можно сказать. Этот пророк говорит правду, и можно такового слушать. Слушайте, друзья, помните, как э, в конце 2000, 1999 года сколько было пророчеств о миллениуме? И люди очень известные, суперизвестные, я помню эти собрания, которых было так здесь, у них было написано «профет», «пророк», Поднимали руку и пророчествовали. Вы помните, как в 2012 году, перед Маем, вдруг поднималась масса людей, которые... Мы видим, что сейчас говорят, 20 сентября должно было быть вознесение. Потом перенесли это на 29 или на 28 сентября. Знаете, есть момент, когда Господь придет, чтобы спасти народ. И, возможно, даже некоторые, как бы в своем безумии укажет правильную дату. Но Иешуа сказал когда-то, что о ней часе не знает никто. И только она во власти Отца Небесного. То есть даже никто другой не знает, только Он. И в тот момент, когда Его долготерпение подойдет к красной полосе, как на часах барометра или температурного счетчика в машине, Тогда он скажет, окей, сейчас ты, ангелу, начинаешь трубить в мою трубу, ты, он говорит, еще, начинаешь двигаться вниз, а вам включать все реставрационные, все исцеляющие и исправляющие в мироздании процессы. И тогда всему наступит конец изменения и обновления. Но, к сожалению, большинство вот этих вот пророков, которых считают пророками, когда все эти вещи не сбылись, они просто промолчали и продолжили учить, как ни в чем не бывая, забыв такое слово «простите меня» или поменяв свою специализацию с пророка, ну, скажем, на обобщателя. Обобщатель и пророк – это другие вещи. Что такое обобщение? Любой нормативный верующий, который знает Священное Писание и который Видя вот эту вот неразбериху, легко может открыть луку, там, где он говорит в 21 главе, или Матфея 24 глава, или Павел, который пишет о последних временах, он может сказать, смотрите, страх, луна изменила, э, войны, мир вокруг Израиля, когда будет мир вокруг Израиля, то внезапно придет пагуба. Слушайте, это легко. Можно сделать, если ты немножко владеешь текстом и языком. И для чего это делается? Короче говоря, когда мы обращаемся и хотим послушать рекомендуемое нам, даже друзьями пророчество, первое, смотрите на то, кто говорит какой у него послужной список. И хоть многие в последнее время отменяют это правило, потому что не имеет Нет, оно имеет значение. Всегда имело и сейчас имеет. Какие плоды у этого человека? Что у него? Как он? Понятно, там не должно быть все в идеале. Но есть какие-то нормативные вещи, типа брака, типа заботы, типа честности, типа хорошие характеристики от внешней, и не вчерашний, как некоторые ко мне э, просятся в друзья в Фейсбуке. И раньше я брал ну, просятся беру, а потом меня один человек научил. Он говорит, смотри, там, во-первых, много фейковых людей, которые просятся, не знаю для чего. Проверяй их статус. Я открываю их статус, захожу туда, а у него четыре публикации до этого, и все. И только какие-то левые, какие-то... То есть я не знал, как это делать, но даже когда в Фейсбуке или ВКонтакте или в другой соцсети ты выбираешь себе друзей, ты обычно смотришь, кто что он и откуда. И сомнительных ты сразу отбрасываешь. Если у человека нет нормальной характеристики, если у него нет нормального, нормального предыстории, аккуратненько. Есть еще один момент, когда пророки говорят, настоящие пророки, я, слава Господу, слышал таких, и они часто говорили какие-то моменты, которые знакомы только, ну, если они мне пророчествовали, только мне и Господу. Я их даже, может быть, кому-то, ну, может, жене посвящал, а может быть, некоторые вещи в себе варил. И вдруг человек начинает говорить о таких вещах, которые явно никто не знает. Но при этом у него хорошая характеристика. И потому что даже колдуны могут такие вещи иногда проницать. Есть такие дары в мире. И у него есть направление на завет с Богом, на, 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 на важность соблюдения стандарта Господа, на веру в Иешуа. И Он тебе дает нюансы во время проповеди или во время своего обращения пророческого, которое только ты знаешь. Тогда у тебя сразу уши должны быть нас. И временная проверка. Если Он тебе даже что-то сказал, а потом тебе сказал, вот так, так и так будет, а оно так, так, так не случилось, это не пророк он, может быть, тебя ободрил, а может быть, тебя ввел в заблуждение, но он точно не пророк. Евангелие от Матфея, 24 глава, 11 стих. «И многие лжепророки восстанут и прелестят многих». Марк, 11 глава, 22-23 стих. «Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь». Вот я вам заранее говорю – это слова Ишуа. Второе Петра, вторая глава с 1 по 3 стих. Здесь я добавлю несколько слов к читаемому тексту: Были уже пророки в народе как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь из купившего их Господа. Я уверен, что мы уже слышали о том, что где этот есть реинкарнация Машеха, Христа, или у этого в крови течет кровь Машеха, или прочие этот, этот, этот. И многие последуют их разврату. Мы знаем, что ужас – но некоторые из вот «я» воплощения Христа обзавелись гаремом женщин, и их ближайшие последовали их разврату, не дай Бог. И через них путь истины будет в поношении, и, третий стих, и за любостяжание будут уловлять вас льстивыми словами, то есть в общинах, в поместных общинах, есть постоянная нужда в том, чтобы были пожертвования. Я об этом пару слов потом скажу, потому что мы забыли, когда просили пожертвования в Шавейцион. Я хочу всем напомнить про это. И важно собирать эти пожертвования. Чтобы... Но когда человек, пользуясь своей духовной аурой, начинает вас побуждать, прилепляться к нему и поставить его карточку на вашу постоянную пересылку «донейшн», Здесь большая проблема. Многие этим пользуются, потому что щипают душу. И здесь Петр говорит четко. С любостяжанием будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов. И погибель их не дремлет. Друзья, мы живем в интернет-век. И можно что угодно найти в сети. И пророчеств, и эмоций и ободрений, и слез. Но будьте умны. Давайте не будем поддаваться всему этому балагану соблазнить или смутить нас. Еще несколько слов о пророчествах. Повторюсь, я верю, что да, есть люди с пророческим даром, и Господь хочет их использовать. Но очень важно, чтобы мы могли помогать этим людям, не возноситься слишком высоко а с другой стороны чтобы мы могли повторюсь очень четко проверять потому что лучше не сказать ни слова чем сказать слово которое смутит потому что если мы проповедуем из Библии то мы всегда говорим то же пророчество но когда человек от имени господа особенно каких-то датах или еще о чем-то будет говорить и это смутит людей всегда будут не только раненые, в духовном плане, но и погибшие в духовном плане. И важно этого избегать. Павел, 1 Коринфянам, 13 глава, 1-2 стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание или веру так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. И так я повторяюсь то, о чем я уже учил про Захарию или на примере Захарию. Характер или образ поведения или плод духа в пророчествующем человеке обязательны. И никто никогда не устранял этого требования. Теперь, это 12 стих в этой же главе, мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, а потом лицом к лицу, теперь я знаю отчасти, а потом, когда встречусь с Господом, познаю, как я познан. Лучше возрастать постепенно и развиваться в даре, а не дерзать лишнее. Я да за пророчество, чтобы человек подобно как спортсмен качается, мог давать свои пророчества. Я знаю, что у нас в общине есть несколько людей, которые немного занимаются этим. Не могу сказать, что много, но да, имеют этот дар и потихоньку его высвобождают. И мы можем сказать, окей, Пока это не касается каких-то нюансов, это, наверное, тоже более обобщенные темы, но эти обобщенные темы часто связаны с какими-то процессами в общине. И особенно старейшины, когда слышат это, а мы между собой имеем общение, могут сказать, есть там что-то, есть. Давайте услышим еще и дадим возрасти. Я еще раз повторяю, у меня есть друзья, и не только друзья, но знакомые, которые реально пророчествуют и имеют послужной хороший список. И я за, как Павел говорит и как Моше говорит, хочу, чтобы в стане все пророчествовали, но чтобы это было, поняли меня. Идем дальше. 14 глава, тоже первое послание. Но когда все, это с 24 стиха читаю, но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. То есть, когда в собрании есть люди с даром пророчества, и их уже узнали. И заходит новый человек, и тот к нему подходит и говорит, слушай, брат, или не брат, ты, может быть, еще, но у тебя есть то-то, то-то и то-то. Слушайте, такие вещи, они поразительны. Я помню, у нас было два человека, мои друзья, один с Канады, один со Штатов, и они приехали, чтобы послужить нам пророческим даром. И я сделал такую дерзоту. Я предложил им не только в собрании это сделать, но и на встрече с абсолютно неверующими людьми. То есть мы собрали человек 15 неверующих людей и сказали им, вот пожалуйста, мы тоже их хотели испытать. Вы знаете, что люди, те неверующие, просто были в шоке и плакали, потому что Дух Господень говорил им слова об их жизни. Понятно, шаги к Господу. Если отец не привлечет, никуда ты не придешь, ни через пророка, ни через кого. Но в данном случае они были обличаемы, как вот здесь написано. 25 стих. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются. И он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет, истина с вами Бог. Итак, что же, братья, 26 стих, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все да будет к назиданию, то есть, чтобы это послужило как благу, а не к тому, чтобы мы вдруг вообще не начали, о, э, эти с этим не согласны, эти…» если есть разлад, если слова пророчества вносят движение разобщения, это нужно гнать метлой. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или трое, а то и порознь, а Один изъясняй. Я видел такие вещи на протяжении моей жизни с Господом, когда несколько человек вставали, и говорили какую-то фразу на ином языке, на молитвенном ином языке, и человек стал говорит, мне было слово, что это они говорят об этом, и это было так. Если же не будет истолкователя, то молчит такой человек. То есть ты можешь молиться на молитвенном собрании такой молитвой или сам перед Господом, но на общепоказном собрании твоя такая молитва будет для непонимающего, что здесь происходит, просто смущением. Он вообще не поймет, о чем это. Они что, беснуются, что ли? И Павел про это говорит. А пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Рассуждают. Кто сказал? какой у него послужной список, о чем он сказал, обобщение это или не обобщение, как нам нужно отнестись, как нам нужно испытать и насколько это слово действенно. И обычно, когда этими рассуждающими являются лидеры общины, тогда есть баланс. А если вас тянет на горяченькое, и вы хотите побежать в ту или в другую группку, чтобы развлечься духовностью, друзья, чтобы вы потом не платили в своей совести слишком большую цену. Вот такую проповедь я хотел вам сказать, и я ее сказал. Пожалуйста, пишите ваши заметки, комментарии, подумайте, прежде чем писать. И, пожалуйста, когда комментируете, давайте комментарии по теме, а не там непонятно о чем и как и что. Я хочу закончить в молитве. Небесный Отец, молю Тебя, чтобы в это время мы могли слышать Твой глаз. Но помоги нам различать глаз пастуха и глаз переодетого в пастуха врага. Я также молю тебя, Господь, чтобы те, кто дерзает пророчествовать, делали это со страхом Господним, и чтобы мудрые могли рассуждать, и чтобы народ Божий не был искушаем временами и сроками, но чтобы мы могли ко всему подходить смиренно, в надежде на Бога, в надежде на восстановление, в надежде на Его помощь свыше, в надежде, что мы хотим исправляться через покаяние и через обновление. Помоги нам быть народом приготовленным, как сказано в священных писаниях. Башем Иешуа Хамашех. Веймру. Аминь.